свой путь сталкера я начал в 9 классе, когда я следил за одной из моих одногруппниц в лицее. Я собирал на нее досье, где она живет, в какой квартире. Удалось узнать ее паспортные данные, удалось узнать номер телефона ее матери, номер машины, на которой они ездят. Я это делал для того, чтобы вызвать у нее доверие. Ну, дескать, у меня есть вся информация о тебе, но я ее никому не выдаю. Просыпался с мыслью о ней и засыпал с мыслью тоже о ней. Сталкинг идет от английского глагола to stalk, который переводится как преследовать. Одна из форм насильственного поведения, которая заключается в преследовании человека другим человеком или группой лиц. Сталкерами могут быть и мужчины, и женщины. Большинство из них, там чуть ли не 90%, это здоровые люди, то есть они вменяемые, они могут осознавать, что они делают. Причины могут быть разными, это могли быть и какой-нибудь болезненный разрыв в отношениях с матерью в детстве, то есть какая-то отверженность, что теперь, например, человек ищет какого-то сближения с другим человеком, и когда находит, ну там такая как болезненная привязанность получается, что когда эти отношения разрываются, он не может отделить, что он теряет человека, а не там, любовь вообще как таковое явление или как что-то надежное и стабильное. В моей жизни есть такие действия, которые вызывают примерно такой же эффект. Это поездка на велосипеде по шоссе, когда ты несешься с огромной скоростью вниз по, скажем, Бернскому шоссе. Вокруг тебя мелькают машины, ты входишь в какой-то раж, когда у тебя много информации на руках о человеке, когда ты имеешь над ним таким образом власть. Очень тревожные и взбудораживающие. Сталкер — это же как раз, ну, вид и насилия, и абьюза. Человек находится не в реальности и может вот опять же не видеть, не слышать, что другому человеку неприятно. В принципе, насколько там, ну, я слышу «нет» и уважаю какие-то личные границы. Но человек начинает замещать свою жизнь чужой, там, преследовать, там, появляться в тех же местах, там, не знаю, приходить в ту же тусовку. В любом случае, там и там тоже может быть контроль. Когда изменились мои приоритеты, мои собственные дела стали менее важными для меня, чем дела человека, за которым я следил. Какие бы ни были у тебя приоритеты, вот когда они меняются, нужно обращаться к специалисту или просто задумываться о том, что ты делаешь. В первую очередь важно понять, кто я вообще, потому что очень часто бывает, что люди даже, ну, не знают, чего они хотят. Вот, то есть они остаются наедине с самим собой и даже не знают, им там, не знаю, скучно, одиноко, грустно, страшно. То есть тоже бывают разные состояния. Они как будто с собой не дружат, не в контакте, они не знают, там, как себя порадовать, чем себя занять. Важно вообще для начала понять, что я люблю, чего я хочу, как-то научиться себя слышать, что ли. А вот следил, как это проявлялось? Были социальные сети и навязчивые предложения погулять, навязчивые подарки. Очень много дарил, очень много отдавал. Когда ты это делал, что ты думал, что ты чувствовал? Я чувствовал душевный подъем, когда я тратил деньги на подарки, когда я тратил свои силы. Это была радость про то, что там они подумают, какой ты классный, или они, да, поймут там, как они сильно тебе нравятся, что там они упускают. То есть это было про тебя, про то, что какой ты будешь в их глазах? Да, определенно, да, какой я буду в их глазах, какой я буду сам для себя. Как ты понял, что можно там доверять без компромата? Ну вот слезы человека. Когда человек плачет об тебе, становится все яснее. Помнишь, что ты, ну, чувствовал или чувствуешь, там, когда вот там другой человек плачет? Чувствую тоску, разочарование в себе. То, что ты чувствуешь, тоже, ну, здорово и важно, да, что вот это там какая-то тоска. Но вот смотри, даже когда ты говоришь разочарование в себе, это получается, что в какой-то степени тоже про тебя. Когда ты сможешь, например, именно там, не знаю, к ней присоединяться. Не то, что я теперь плохой, а то, что вот ей больно, что я могу сделать теперь, или как там я могу ей помочь, что ей сейчас нужно. То есть не то, что там мне сейчас надо поменять или там купить ей цветов, чтобы она про это забыла, чтобы она опять подумала, какой я хороший. А то, что, может быть, просто рядом с ней побыть, посидеть, спросить, что ей конкретно нужно, что для нее поддержка. Я была очень рада познакомиться с Денисом, и хочу сказать, на самом деле, большое спасибо ему за то, что поделился своей историей, потому что, ну, очень важно про это говорить, и нужна тоже смелость, чтобы признать, что я делал что-то не так, и встретиться с самим собой настоящим. Крайне важно было для себя понять, что с человеком нужно уметь разговаривать, что нужно слышать не только себя, но и другого человека.